Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами двумя майнингами. Они аналогичные, похожи друг на друга. Первый майнер TRX11. Это инвестиционный майнер по заработку криптомонеты Tron. Не забываем о рисках в интернете. Все инвестиции в интернет – это риск. Я лишь даю вам информацию, где я работаю, зарабатываю, ну а вы же сами думаете, надо вам проект этот или нет. Регистрация здесь наипростейшая, как всегда, по мобильному телефону. Пароль, повтор пароля, у меня один и тот же прошел. Здесь будет инвайт-код, вводим капчу, нажимаем «Зарегистрироваться». Я же войду кабинет по мобильному телефону и паролю. Значит, здесь у нас информация вся есть. Что здесь? Минимальный депозит от 5 TRX в таких проектах. И здесь у них есть ссылочки веб-сайт компании. И это вот здесь факс или что тут? Телефоны какие-то. Это все можно перевести и почитать. Но мне это и не надо. Значит, сразу перейду, ребятки, я к депозиту, так как депозит обрабатывается как бы какое-то время. Значит, вот здесь майн. Попала я в наш кабинет. Кликаю депозит. Генерируется здесь вот адрес. На него нужно перевести монетки. Я всегда в такие проекты захожу без фанатизма, так как я понимаю, что это инвест-проект, и он в любой момент может закрыться. Перехожу в кошелек. Пополнять можно с любого кошелька. Я смотрела видео, парень пополнял вообще с биржи. А еще одно видео с Пайра. Но вот у меня TronLink. У каждого свои кошельки. Кликаю Send. Вставляю. Минимум, как я сказала, от 5 TRX. Я закину 20 монеток. Отправляю. Отправляю. Проверяю. Минус 20 монеток. И кликаю. Все, мои монетки ушли. Далее я возвращаюсь в кабинет. И обязательно нужно кликнуть на вот эту розовую вкладочку красную. То, что монеты я отправила. Все. Значит, да. И при регистрации, как мы видим, у меня 20 тысяч вот этих монет бонуса. Что неплохо. Да, здесь, значит, у нас что? Переводим. Команда. Три уровня. Возвращаемся. Здесь у нас список прибыли. Вот плюс 20 моих 3x пришло. Возвращаюсь. Перевод на базовый. Можно с промо-аккаунта на базовый аккаунт перевести. Так, и здесь изменить пароль и все такое прочее. Далее. Вкладочка трейдинг есть. Обязательно в самом низу. И вот сюда я ежедневно буду заходить, как и во всех проектах, и получать прибыль. Все, он бледным стал. Я получила. Возвращаюсь в майн баланс. Далее это домашняя страничка трейдинг. У нас, я вам показала, собираю прибыль. Так, это не надо. Доля. Это находится у нас партнерская ссылочка. Копируем. Ссылочка копируется. И кто хочет, можете приглашать партнеров. И что? Ну и вот домашняя страничка. Как бы кабинет. Кликаю «Снять». Так, я еще страничку не обновила. Перезагружаю.
Все. Я перезагрузила страничку. Теперь кликаю вывод. И у меня 0.62 монеты ежедневно буду выводить. Также есть промо-аккаунт. С него мы можем выводить безлимитно. Ну а базик-аккаунт — это лимитированный доход. Так. Иду я в кошелек. Опять. И что я здесь? Мне надо скопировать, ребятки, адрес. Я скопировала. Сюда я вставляю адрес скопированный. Сюда я вставляю сумму. 0.62. Вот здесь нужно поставить точку обязательно. Вот после нуля. И кликаю вывод. Все, монетки мои отправились. Переходим в кошелек. Кликаю. И плюс 0.62. 6.02. Монетки прибыли. Так, значит, еще я вам не показала, сколько мне с майнинга будет капать процентов. Иду в трейдинг. Плюс 6% ежедневно. И второй проект — Top 3X. Ну, регистрация аналогично по мобильному телефону. У меня также прошел пароль, что при входе, то и security. Два раза пароль, инвайт-код будет. Вставляем капчу, нажимаем регистрация. Вход по мобильному телефону и паролю. Также заходим. Также здесь эта информация и телеграм-группа, и канал, и все на свете. Это все можно прочесть. Я закрываю. И также сделаем сразу депозит. Значит, депозит, вывод, реферальная ссылочка. Все здесь есть. Значит, это домашняя страничка. Я иду вот сюда. Нет. Да. И у меня бонус 10 тысяч 3x на балансе. Сразу сделаю, ребятки, депозит. Значит, трансфер to базик и промо-аккаунт. Кликаю базик-аккаунт и копирую сразу адрес кошелька. Перехожу в TronLink. Кликаю отправить. Вставляю адрес кошелька. Значит, подождите, сюда монетки. Также 20 монеток. Без фанатизма. Отправить. Отправить. Проверяем. Минус 20 монет. Все замечательно отправилось. Далее возвращаюсь и кликаю вот на эту вкладочку голубую. То, что я сделала депозит. Минимум от 5.3x. И теперь пройдемся по вкладочкам. Значит, это домашняя страничка. Следующая вкладочка. Доля. Сколько у меня процентов? Плюс 6% ежедневно. Клик вот на эту синюю. Ежедневно буду кликать. Это трейдинг. Все. Это не надо. Это реферальная ссылочка у нас. Также при нажатии она автоматически копируется. И наш кабинет. Депозит, вывод. Обновлю страничку, проверю, пришли ли монеты. 23x мои поступили на депозит. Теперь идем на вкладочку вывод. 0.60 монет ежедневно я лимитированно буду выводить с проекта, с этого, с майнера. Также есть промо-аккаунт. Здесь мы можем выводить безлимитно. Возвращаюсь на базик аккаунт. Иду в кошелек. Мне нужен адрес. Копирую. Значит, вставляю сюда адрес кошелька. А сюда сумму.
Просто мне надо вывести 0,6,0. Вот здесь обязательно не забываем ставить. Ой. После нуля нужно поставить точку. И кликаю Confirm. Баланс мой обнулился. Переходим. Кошелек. И плюс 0,6 прибыло на кошелек. Вот я отправляла 20 монет, вывела. И здесь я отправила, вывела, отправила, вывела. Платят такие проекты инстантом. У меня уже сколько? 18, 19, 20 проектов аналогичных. Вот, ребятки, работаю нормально. Я понимаю, что это инвест-проекты, инвест-майнеры, и они могут в любой момент закрыться. И так что будьте внимательны, прежде чем заходить, подумайте. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!